Кировчане не могут оплатить счет за домашний телефон. Квитанции в этом месяце не пришли, и куда обращаться, люди не знают. Дозвониться в Ростелеком не получается, а очереди в пункте приема платежей, как в былые времена. Ситуация разбиралась Валентина Палкина. Оплатить до 20 октября. С 21 пойдет пеня, а с 24 телефон отключат. Условия жесткие, и кировчане стараются заплатить за домашний телефон заранее. Но если квитанции не пришли, как узнать сумму? Я пыталась дозвониться вот 10 раз все время. Все операторы заняты, ждите. Начинается музыка. Хоть бы музыку-то меняли. Одна и та же музыка. И вот так до 10 раз я досчитала, это уже нервы не выдерживают. Я бросила трубку, думаю, приду сюда. Пришла вот такая толпа. Где мне это выстоять? Переход абонентов на электронную форму доставки счета происходит в целях повышения качества сервиса, так сообщают в платежке. Это проще и удобнее самой компании. Однако для пожилых людей подобное новшество просто недоступно. Это в квитанции даже было написано, по интернету все, но у нас же нет. Давным-давно. Ага, а у нас этого же нет, куда мы денемся. Руководство компании объясняет, произошел сбой в программе, и около 90 тысяч человек не получили бумажные квитанции в этом месяце. Это стало известно в выходные, по крайней мере, я узнал в выходные. Не знаю, почему объявление вывесили, сейчас вывесим объявление. Просто на прошлой неделе многие уже жаловались, что квитанции не было, не было, задерживают. Выставление счетов – это процесс, он все равно какой-то имеет длительность. В пунктах приема платежей бумажные квитанции уже не требуются. Достаточно назвать оператору свой номер телефона или лицевого счета. Но об этом люди тоже не знают. Я стою больше часа, часа полтора стою. Так что это вообще безобразие полное. Нет, и не хотя бы вот сейчас вот вышли бы и объяснили. Не было никакого объявления, чтобы сюда приходить. Почему так получается, что поставщик услуг связи вынуждает клиентов самих добывать информацию и усложняет процесс уплаты? Мы тоже не смогли дозвониться ни по одному телефону. И лишь случайная встреча с руководителем помогла понять, что происходит. В настоящий момент получилось так, что часть счетов не были доставлены людям. Соответственно, все те счета, кто не получил и кто не оплатит в этом месяце за предыдущий, следующим счетом придет начисление будет текущего месяца и долг за прошлый. Соответственно, они по этому счету могут вполне оплатить текущее начисление следующего месяца и долги за это. Телефон включаться не будет. Кроме того, руководитель компании заверил, что и пеня начисляться не будет. Но кто гарантирует, что подобная ситуация не повторится? Валентина Палкина, Максим Козлов, Вести, Кировская область.